Уральская усадьба представляет сегодня 25 мая 2016 года. Построили теплицу капелька 3 на 4. Теплица стоит на фундаменте в виде бруса 100 на 150, пропитан антисептиком. Каркас у теплицы сделан из профильной трубы 20 на 20. Полимерно-порошковая окраска. Поликарбонат 4 мм. 0,72 плотность. По торцам у нас установлены разрезные двери форточки. С другого торца. Также сделана система подвязки по две нитки на каждую сторону. Теплица капелька 3 на 4 с форточным блоком. Брус 150 на 100. Еще одна теплица нашей фирмы, ставили в прошлом году. Тоже капелька 5 на 3. С форточным блоком. Садой. Уральская усадьба представляет. Сегодня 21 мая 2016 года. Был сделан монтаж теплицы капелька шириной 3 метра, длиной 4 метра. Теплица установлена на брус 100 на 150, пропитана антисептиком. Каркас теплицы сделан из трубы 20 на 20, полимерно-порошковая окраска. С одного торца у нас установлена разрезная дверь-форточка. Реклама. С другого торца сделана дверь-купе. Поликарбонат использовался 4 мм, 0,72 плотность. Также в теплице установлена система подвязки. По две нитки на каждую сторону. Также на этом участке стояла старенькая тепличка, не нашего производства, арочная 3 на 6. Поликарбонат за 4 года весь высох, потрескался. Нужно было провести ремонт. То есть теплицу полностью перекрыли. На теплице новый поликарбонат, такой же, как на капельке. На дверях новая фурнитура, саморезы, пресс-шайбы, все новое. Вот что превратился старый поликарбонат. То есть тут видно, он высох. Легко ломается. Пальцем дырка. Либо некачественный поликарбонат, либо постелили неправильно. За 4 года такого произойти не должно. Торцы у теплицы имеют нестандартные размеры. Не сами торцы, а врезанные в них форточки, двери. Поэтому пришлось немножко поломать голову, как это все правильно, красиво сделать. Был произведен монтаж теплицы капелька. Ширина 3 метра. Длина 4 метра. Каркас сделан из трубы 20 на 20 профильной, стенка 1,5 мм.
в обоих торцах разрезны дверь, форточка. Теплица установлена на брус 150 на 100, покрыта антисептиком. Сам каркас окрашен в белый цвет полимерно-порошковой покраски. Уральскую саню представляет. А как у вас деревня называется? Джабык. Деревня Джабык, Челябинская область. Капля 3 на 5. Желтый поликарбонат. Распашная дверь с форточкой. Будут еще устанавливаться грядки. Форточный блок, одна штука. Торцы, одна форточка. Теплица установлена на брус 100 на 100. Будут устанавливаться еще грядки. Система подвязки.